Саша, не надо петь песни великих исполнителей типа Пугачёва. Юля, это не Леонтьев. Завязываю. Вы проходите, не стесняйтесь. Мы тут надолго. А сейчас начнется концерт артиста, фан-клуб которого собрался и вообще из разных городов и даже стран. Россия, Эстония, Литва, Латвия. Народ приехал просто отовсюду. Посмотрите, какой полный зал. Из разных городов, из Москвы, из Перми, из Санкт-Петербурга, из Ярославля, из Эстонии. На время наших песен, когда он будет их исполнять, зрители будут поднимать определенные картинки, тем самым давая понять артисту, что мы его поддерживаем, что нам нравятся эти песни. Так, что будете поднимать? Показывайте, что у вас в руках. На песню «Мама, я летаю во сне» нужно поднять ангелочка. У вас еще и тексты песен там, да? Это инструкция. Это инструкция. Это все в зал, все артистов. Ну, в общем, да, у нас здесь... У вас здесь цветочный магазин, по-моему. Юля, это не Леонтьев. Неважно, я на Леонтьеве была, на Фановетове тоже. Группа «Нана» тебя ждет на золотом хите сегодня ночью. Ты думаешь, он не встанет, а то он это встанет! Там, как он выиграл шоу «Голос», на самом деле, у него второе место. Этот артист завоевал наше внимание. CD-диски все у нас в машинах. Вот девчонки обожают, у них в машинах его альбомы. Ну и ребята... Хорошо, что не кассеты. За новостями на портале городвитебск.бай.